хорошо жить. Драку смотрим. Ну, а как мы проедем? Смотрим, конечно. Давай, давай, снимай. Так надо это... подойти. Он таксист пошел помогать. Паша, тебя разнимем. Зай. Да. Ух, пипец. А это с такси вышло? Нет. Вот сейчас еще, глянь, что-то взял в машине. Глянь, с дубинкой, ебическая сила. А, баллончик. А тот с дубинкой. Поехали, давайте. Куда он? Куда они идут? А, сейчас таксюк на пар попадет. Посмотри, ебическая сила, охренеть. Да, все равно с дубинкой. Да, можно выйти? Не надо, не сиди. Надо. Хочу посмотреть. Сейчас разъебашь этому машину. Ну, это уже их не проблема. О, выбросил дубинку. Все? Нет, давай посмотрим. Давай, давай, давай. Там же сзади проехать тоже не могут. Мы же как раз стоим. А там мусора? Нет, вояк какой-то. А. А, с баллончиком. А да. Я живу с баллончиком, вы знаете. Мальчики, дайте проехать. Так это же должен проехать, а потом тот, только вояка. Потому что что один, что второй сюда едет, в эту смотри, сторону. Смотри, смотри, сбитой. Опять. Снимает на телефон. Вояка. Обшукал опять. Ну и что? Вызывать ментов, наверное. И что толку? Сейчас они все разъедутся и все. Я пойду выйду посмотрю. Ну можно посмотреть. Сиди, пожалуйста. Я уже сбоку. Все сели и едут. Что он прыгает на машине?